Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Компания Arbat Homes приветствует вас, и я ее представитель Витана. Сегодня я хочу представить вашему вниманию новый жилой комплекс на стадии строительства. Это инвестиционный проект, поэтому для тех, кто хочет вложить деньги на стадии строительства, а потом получить после перепродажи доход, то это предложение идеально для вас подходит. Первое почему? Потому что мы находимся в центре города. С правой стороны прекрасные песчаные пляжи, обустроенные, лежаки, зонтики, рестораны, волейбольные площадки. А слева от меня уже район центральной Алании. Это граница. Эту границу разделяет речка Дим. Поэтому сам комплекс находится в центральной части города Алании. Ну еще, конечно, плюс этого комплекса в том, что в шаговой доступности находятся торговые центры, больницы, школы, базар, который проходит по раз в неделю, тоже в шаговой доступности. Вот, поэтому все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности, а это очень важно. Ну и теперь немножечко расскажем о самом жилом комплексе, что он из себя будет представлять. Итак, друзья, сейчас мы находимся на строительной площадке жилого комплекса. Мы находимся всего в 400 метрах от моря. То есть пешком это буквально 3-5 минут. По месту расположения еще раз сообщу. Мы находимся в центре города Алания. Буквально 500 метров к горам, и там будет торговый центр «Аланиум». Также рядом торговый центр «Метро», городская больница. Рядом расположены различные маркеты. Вот, например, «Сечмаркет» буквально в минуты ходьбы, и вы можете купить все самое необходимое для дома. Также хочу отметить, что комплекс будет состоять из одного блока. Всего будет 72 квартиры, 8 этажей. Почему этот комплекс еще интересен для инвестиций? Потому что проживать здесь можно будет в любое время года комфортно, потому что в комплексе будет абсолютно вся инфраструктура. Это и крытый бассейн, и открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, джакузи, детские игровые комнаты. В общем, все, что нужно для комфортного проживания, можно будет найти здесь. И, конечно, чем привлекателен этот комплекс еще, это тем, что здесь будут планировки 1 плюс 1, 2 плюс 1, что почему-то в наше время стало редкостью, и 3 плюс 1 дуплексы. Ну, за более подробной информацией по планировкам вы можете ко мне обратиться, я все вам отправлю по мессенджерам. Про план оплаты. Первоначальный взнос составляет 5% при подписании договора. Далее в течение месяца нужно отправить 25%, и остальную сумму вы погашаете каждые 3 месяца до конца строительства. Поэтому план платежей очень удобный, не нужно всю сумму платить сразу. Но если вы хотите заплатить всю сумму сразу, при этом предоставляется скидка. За этой информацией вы также можете ко мне обратиться. Сейчас как раз мы находимся на той дороге, которая ведет к морю. Как видите, она очень красивая. С левой стороны теннисный корт, олимпийский бассейн, футбольные поля. Также здесь прямо в шаговой доступности находится один из лучших ресторанов города для гурманов. Поэтому обязательно будете здесь, его посетите. Там вечером нужно обязательно делать резерв, потому что свободных мест, если вы просто так придете, их там не бывает. А теперь про сроки строительства. Строительство начинается 30 августа 2022 года. И стройка будет идти 24 месяца, то есть рассрочка предоставляется на 2 года. Поэтому для тех, кого заинтересовало сегодняшнее предложение, обязательно обращайтесь по номеру телефона, указанному на вашем экране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, заходите на наш сайт arbathomes.ru. Вот. Поэтому для тех, кто хочет инвестировать, на самом деле это просто идеальное предложение. Цены растут, земельных участков становится меньше, вступают в силу новые законы, например, что теперь нельзя сносить отели, а вместо них строить жилые дома. Ну, в общем, много нюансов. Поэтому пока есть возможность приобрести недвижимость на Средиземном море, в шаговой доступности от моря, в прекрасном месте в центре, обязательно успевайте. Еще очень важная новость. С 5 по 14 июня Ассамблея будет с рабочим визитом в Казахстане. Для более подробной информации обращайтесь, запишем на личные встречи. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения, позитива, всего самого доброго. До свидания, до скорых встреч. Пока!